Мы по-прежнему рассказываем о погоде из корпуса Института фундаментальной биологии и биотехнологии. Здесь вы можете наблюдать на этом экспонате вечную зиму, морозную такую. Но в Красноярске по-прежнему осень, поэтому о погоде на завтра. Завтра, 8 сентября, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 2,7 метра в секунду. Днем порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +14, +16.